А звездочка, помните, еще была, да, такая звездочка? Она, кстати, в Чехии продается, бальзам звездочек. Да, он здесь тоже такой, и в России еще продается. А я в России не видела. В России есть, в России есть, и в Питере. Я в китайском магазине смотрю, бальзам звездочек. Welcome to our meeting. Вот там раздевайтесь, вот там раздевайтесь. Еще одна точка, это точка как бы от точки здоровья. Угу. Большой палец показать. И вот здесь вот нужно, где мышца, найти больную точку. Да, это я слышала всегда. Да. Вот этой точке, когда была, у меня были роды, были схватки, и я вот все схватки... А, обезболивающие. Эту точку, и у меня были роды абсолютно болезненные. Надо чаще приглашать Наталью Валерьевну к нам в Хамелину. Она снимает спас, когда голова болит, то нужно. Три раза. И будет немножко больно. Когда давление, вот если ничего нет, а как-то помочь себе. А когда мигрень голова? Ничего не помогает. Я уже что-то не пробовала. У меня такая мигрень, прямо вот глазные яблоки давят. Проходите, проходите. Доктор Наташа показала нам, как использовать массаж лица при простуде. Мам, Полина устала, она еще потом застегнет сапоги, когда вы пойдете. Мы не можем. Сапоги застегнет. И одну, и вторую руку, да? Это какой будет... Это уже седьмая точка, да, доктор? Да, седьмая точка. Начинай с этого. Как использовать акупунктуру, когда начинаешь заболевать? Большой палец. И вот это не между ними. Найдите точку, когда будет немножко больно. Угу. Три раза нажали, 30 раз по часам, 30 раз по часам. И концы ручки там А еще, Наталья Валерьевна, а если кто-то очень достал, как надо делать? Руками или что? Можете показать? Допустим, кто-то очень достал, да, и обижает. Это я прочитала в интернете. Что делать? Да. Мы делаем что? Все хорошо. И так повторить три. Все хорошо. Не надо еще. Все хорошо. Достаточно 3 или 7 раз. Спасибо, Наталья Валерьевна. Я думаю, что мы все поблагодарим и пригласим Наталью чаще бывать у нас, да? Нам доктора вообще нужен и ее инструкция. А сейчас у меня возникло предложение к вам такое, что-то, когда Наталья делала доклад, практический семинар, скажем так, что, может быть, каждый из вас расскажет что-то, в чем он хорошо разбирается или увлекается для того, чтобы дать нам информацию, и чтобы жизнь наша была интересной. Вот, как вы. Кто за? Голосуем. Не сейчас, в следующие разы. Да, например, кто-то там про свои увлечения, про свои, допустим, мировоззрения, исключая острые вопросы. Вот, спасибо, Наталья. Вот, приглашаем. Физиотерапевт. Вот и окулист? Окулист, не знаю. Получил диплом и до сих пор осознает, что уже дипломированный. Речь идет у нас о Яне, члены нашего клуба, которая врач из Петербурга и получила диплом Ластен Хойтая, по-моему, так. Хойтая в Тавасте. Вот, Наташа, спасибо. Приглашаем тебя снова и снова. Спасибо, что ты вступила в клуб. Да, в сауну. Угу. И еще, прежде чем я нажму кнопку «Стоп», всем хотела бы сказать, что скоро год, практически год, как мы функционируем. И что бы ты хотела нам пожелать, как член клуба и как врач? Ну, вообще, какие перспективы у такого рода клуба?
есть, ну, на твой взгляд, или какие-то пожелания, может быть, напутствие нам? Мечта. И чтобы идеи были необычные. Ну, например? Чем необычнее идея, тем больше шансов, что она осуществится. И путешествовать. Угу. Первое то, что пришло, идея арендовать автобус и сделать путешествие. Да. Вместе с детками. Угу. Угу. 2-3 дня, да? Летом, например, да? Югославия, Италия. Да, почему нет? А почему нет? Ну, озеро Гарда, да? Или Лагом не понимает. Не понимает, да? Русский не понимает. Лагом Маджоре. Только Фит. Лагом. Спасибо, Наталья. Ждем тебя на следующих встречах. Привет городу Пуре.